председателя городской думы. Его полномочия исполняет заместитель председателя городской думы до избрания председателя городской думы в порядке, установленном статьями, ну, пункты перечислены, настоящего регламента. А в пункте 5 слова «не позднее, чем через 30 дней со дня досрочного прекращения его полномочий» исключили. Данная норма у нас не регулируется единым законодательством, кроме нашего регламента. Мы сами вправе определить, когда мы избираем себе председателя, за исключением первого заседания Думы, где у нас все четко прописано, как что должно быть.